Всем привет, с вами Серега, и сегодня у меня 3 часа ночи, вышло обновление на основные сервера, где добавили 2 новых пушки и новую карту, точнее не новую, а переделанную карту запуск под командный бой. И сегодня я поиграю с новой Имбл ИА-2, если ошибся, не судите строго. Это пушка. Приобретается за варбаксы на время. Ну и я бы сказал, она такая довольно неплохая. Правда, по первым двум играм я считал то, что эта пушка говно, потому что нифига не получалось с ней сыграть. Но как я привыкнул, потому что у нее дача все-таки рандомная. Не то, что былые оружия. Характеристики у нее неплохие. Даже я сказал бы, почти одинаковые с АК-103, но у нее есть огромный минус, это точность от бедра. Она очень плохая, и стрелять даже на близких дистанциях банально неудобно. А вот насчет карты, карта получилась, на мой вкус, прикольная. Многие ютуберы, конечно, ныли то, что эта карта никому не нужна, но я все-таки не согласен. Карта хоть и переделанная, хоть и ничего нового нет, но она получилась довольно мясная, и на ней есть пару уловок. Как вы видели, я сейчас вообще зашел на респу к противникам. Вот здесь такой есть обход, через который можно спокойно пройти и скрысить пару фрагов. Ну, карта неплохая. Это плюс обнове, но лаги, фризы, конечно же, не убрали. На новый фабарм я, возможно, попозже запишу обзор. Просто банально мне его нету, но кидать деньги на этот купленный мной когда-то аккаунт я пока что не собираюсь. Потом выложу видео в магазин на проверку, где я покупаю аккаунт, и, возможно, там получится взять его по бонусной программе. Ну а что я могу сказать об обнове? Обнова получилась неплохая, но в основном никому не нужная. Ну, думаю, на этом я заканчиваю. Можете спокойно досмотреть бой до конца. Я сыграл с неплохим счетом. Ну и всем пока.
And in the heat of the moment, my mouth starts going, the words start flowing.